Здравствуйте, дорогие друзья! Готовим обычный простой суп бозбаш. Для начала мясо поставим вариться. Как только закипит, сливаем и заново заливаем холодной водой и ставим вариться. Вот как видите, выделилась пена, только начинает закипать. Но не дадим кипеть, убираем. Сливаем, мясо хорошо промоем. Заливаем холодной водой. И ставим вариться до готовности мяса. Мясо уже готово. Варилось 2 часа. Добавляем мелко нарезанный лук, морковь, картошку. Черный перец. Куркуму. Сушеный алучук. Заранее я замочила. Алучук можно заменить помидором. И варим до готовности картошки. Добавляем соль. Картошка тоже готова. Добавляем сушеную мяту и базилик и выключаем. Готовый суп посыпаем свежей кинзой.